Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор», и в этом видео я расскажу вам о лучших телевизорах с диагональю экрана 55 и 58 дюймов. В данный топ я включил 7 моделей от разных производителей, пользующихся большой популярностью у покупателей за отличное качество изображения и широкий функционал. Я расскажу вам о достоинствах каждого из этих телевизоров, а также оставлю в описании под этим видео ссылки, перейдя по которым вы сможете узнать их стоимость в различных магазинах. Если это видео вам понравится, то не забудьте отметить его лайком. А чтобы всегда быть в курсе выхода новых рейтингов и обзоров на канале «Правильный выбор», подписывайтесь и жмите на колокольчик. Ну а я тем временем начну наш топ. Поехали! Первый герой нашего топа – Samsung QE55Q60A. В этом 55-дюймовом телевизоре применяется технология квантовых точек, обеспечивающая отображение более 1 миллиарда цветов и оттенков. А еще применяется инновационная технология подсветки, которая обеспечивает более четкую и точную контрастность за счет оптимизации цветового тона подсветки в соответствии с типом просматриваемого контента. Также есть поддержка HDR и мощный процессор, обеспечивающий быструю обработку транслируемого на экран контента в 4К разрешении. Так что любые телепередачи, фильмы, игры и сериалы на экране такого телевизора отображаются с высокой четкостью и отличной цветопередачей. Помимо изображения отличного качества, данный телевизор порадует своих владельцев еще и объемным звуком, а также игровым режимом с низкой задержкой, который оптимизирует настройки экрана, сокращая задержку ввода, благодаря чему геймеры смогут лучше контролировать свои действия в любой игровой ситуации. А еще этот телевизор предоставляет доступ к огромному количеству онлайн-кинотеатров, позволяет транслировать контент со смартфонов и может стать центром управления устройствами умного дома с помощью приложения SmartThings. Следующий герой нашего топа – 55-дюймовый телевизор LG55UP81-2006LA. В нем установлен производительный процессор, который устраняет видеошум, создает более яркие и живые цвета на экране, а также обеспечивает оптимизацию и масштабирование контента с низким разрешением, приближая его по качеству к разрешению 4К. Помимо этого, телевизор может похвастаться поддержкой HDR и тем, что умеет подбирать оптимальную яркость в зависимости от просматриваемого контента и освещения в комнате, улучшая тем самым контрастность. Из других достоинств этого телевизора стоит отметить качественный звук и специальный режим для любителей фильмов, позволяющий смотреть их в том виде, в котором их задумывал режиссер. Геймеры тоже не будут обделены, так как смогут включить специальные режимы, оптимизированные для разных игровых жанров. А благодаря Smart TV и встроенному пакету каналов точно не возникает вопроса, что же посмотреть. Ну а чтобы пользователю было более удобно взаимодействовать с таким телевизором, в нем предусмотрено голосовое управление. Еще один представитель компании LG в нашем топе – 55-дюймовый телевизор LG OLED 55C14LB. В нем установлен OLED-экран, который обеспечивает 100% точность цветопередачи. Это означает, что цвета точно соответствуют исходному изображению. Поэтому изображение на экране такого телевизора выглядит так же естественно, как и в реальной жизни. Помимо этого, стоит отметить поддержку технологии HDR и Dolby Vision IQ. Вторая позволяет телевизору автоматически настраивать изображение в зависимости от жанра контента и окружающей обстановки. Из других достоинств этого телевизора стоит отметить широкий угол обзора, частоту обновления экрана 120 Гц, обеспечивающую плавность отображения динамичных сцен, и поддержку технологии Dolby Atmos, которая обеспечивает многомерный объемный звук. А еще он может похвастаться голосовым управлением, огромным выбором видеоконтента, доступного в Smart TV, кинорежимом, а также огромным набором настроек и поддержкой ряда технологий для более комфортного гейминга. В общем, это отличный телевизор, который сможет удовлетворить запросы многих пользователей как по качеству изображения и звуку, так и по функционалу. Ну а узнать его стоимость и сравнить со стоимостью других телевизоров, попавших в данный топ, как я уже говорил, можно будет на специализированных сайтах, ссылки на которые оставлены в описании под видео. Далее у нас идет 55-дюймовый телевизор Samsung QE55AU71-2000. Его главной особенностью является технология Pure Color, которая обеспечивает вывод на экран богатой палитры цветовых оттенков, так что изображения на экране такого телевизора выглядят очень реалистично. Также телевизор может похвастаться функцией масштабирования контента с низким разрешением до уровня разрешения 4К и функцией Motion Accelerator, которая оптимизирует каждый кадр и обеспечивает более четкое изображение на экране.
на экране, даже во время показа динамичных сцен. Поддержка HDR тоже присутствует. Поэтому телевизор сможет увеличить диапазон яркости экрана, благодаря чему зрители смогут оценить все богатство цветовой палитры и великолепную детализацию даже в самых темных и светлых сценах. Из других особенностей этого телевизора стоит отметить систему скрытого размещения проводов, узкие рамки и тонкий элегантный дизайн. Так что вас ничто не будет отвлекать от просмотра, и такой телевизор отлично впишется в интерьер любого помещения. А благодаря Smart TV вам всегда найдется, что посмотреть. Так что этот телевизор может похвастаться возможностью трансляции на свой экран фото и видео со смартфона и игровым режимом, который обеспечивает низкую задержку ввода. Продолжает наш топ Sony KD55X81J. Этот телевизор умеет воссоздавать недостающие текстуры и детали и оптимизировать видео с низким разрешением до качества 4К. Кроме того, в этом телевизоре применяется фирменная технология Triluminous Pro, которая передает всю насыщенность оттенки и яркость цветов, делая их максимально реалистичными. А благодаря технологии Object Based HDR Remaster телевизор анализирует цвета отдельных объектов и корректирует их контрастность. Также стоит отметить, что этот телевизор оснащен датчиком освещенности, который корректирует уровень яркости, повышая или понижая ее, чтобы обеспечить комфортные условия просмотра в светлых и темных помещениях. Звук тоже может адаптироваться в зависимости от помещения. Так что просмотр фильмов, телепередач, спортивных трансляций и другого видеоконтента с таким телевизором будет очень комфортным. Из других его особенностей стоит отметить узкие рамки, большое количество разъемов для подключения различных устройств, доступ к огромному количеству фильмов и сериалов, возможность транслировать контент со смартфонов и планшетов без потери качества, а также голосовой поиск, что существенно упрощает взаимодействие пользователя с таким телевизором. Среди 58-дюймовых телевизоров я бы посоветовал обратить внимание на Philips 58PUS8506. В нем установлен мощный процессор обработки изображений, обеспечивающий высочайшую детализацию и отличную цветопередачу. Кроме того, этот телевизор совместим со всеми основными форматами HDR, включая HDR10+ и Dolby Vision, которые добавят красок и деталей каждому объекту в кадре. Также стоит отметить, что он поддерживает ряд форматов Dolby для звука и имеет много звуковых настроек. Еще по бокам его корпуса установлена уникальная интеллектуальная подсветка Ambilight, меняющаяся в такт событиям, происходящим на экране. Так что такой телевизор подарит своим владельцам совершенно новые впечатления от просмотра. Из других особенностей этого телевизора стоит отметить, что он работает под управлением операционной системы Android, которая предоставляет множество настроек и гибкий интерфейс, который пользователи смогут отрегулировать под себя. Кроме того, операционная система Android позволит управлять телевизором и другими устройствами в доме с помощью ассистента Google, а также предоставит доступ к огромному количеству развлекательных приложений. Завершает наш топ еще один 58-дюймовый телевизор Samsung UE58AU7570. Он порадует своих владельцев реалистичным изображением, обеспечивающимся за счет технологии Pure Color, которая выводит на экран богатую палитру цветовых оттенков. А установленный в этом телевизоре процессор сможет оптимизировать и отмасштабировать контент с низким разрешением, приблизив его к уровню 4К. Кроме того, этот телевизор имеет поддержку HDR, может придавать четкость объектам в особо динамичных сценах и обеспечивает звук очень хорошего качества. Из других особенностей этой модели стоит отметить узкие рамки и возможность скрытого размещения проводов, поэтому он будет отлично смотреться в интерьере любой комнаты. Ну а благодаря Smart TV, предоставляющего доступ к различным онлайн-кинотеатрам и стриминговым сервисам, с таким телевизором вам всегда найдется, что посмотреть. Кстати, такой телевизор позволяет смотреть даже видео со смартфона. А благодаря функции Tap View для этого не придется совершать много действий. Как только пользователь прикоснется до телевизора своим смартфоном, на экране отобразится контент с мобильного устройства, и можно будет наслаждаться просмотром такого контента на большом экране. На этом у меня сегодня все. Ссылки на ресурсы, где можно узнать точную стоимость всех героев топа, как я уже говорил, оставлены в описании. Пишите в комментариях, какой из телевизоров вы бы купили себе, и ставьте лайки, если вам понравился этот топ. А чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео на канале «Правильный выбор», подписывайтесь и жмите на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!